Новая форма обучения врачей-резидентура, которая будет направлена на совершенствование профессиональных навыков и подготовки высококвалифицированных кадров, которые смогут работать на нашем высокотехнологическом оборудовании. Это будет некий аналог существующей теперь уже клинической ординатуры. Вместе с тем оно будет интегрировано в мировое пространство, потому что за пределами Республики Беларусь мы изучали опыт работы и опыт обучения таких высококвалифицированных кадров. И мы можем сказать, что во многих странах Европейского Союза, в Америке, в Канаде подготовка последипломная является именно резидентура. То есть специалисты, выходя из медицинских университетов, получают специальность врача общей практики. И затем, чтобы стать врачом-специалистом, особенно по высокотехнологичным, кардиохирургам, нейрохирургам, хирургам высокого класса, трансплантологам, они проходят резидентуру, которая длится от года до 5 лет в зависимости от специальности. Это будет проходиться и на базах университетов, а также БелМАПО и на базах республиканских научно-практических центров, где на сегодняшний день созданы образовательные центры именно с концентрацией самых высококвалифицированных преподавателей и высококвалифицированного медицинского оборудования. Ну, в настоящее время у нас разрабатывается концепция строительства практикоориентированного корпуса БГМУ, строительство корпуса университетской клиники Гродненского университета. Также модернизация идет симуляционного центра в Витебском государственном медицинском университете. Ну и, конечно же, и нельзя сказать, что хорошее обучение будет без предоставления жилья нашим студентам и также иностранным гражданам. Сейчас идет реконструкция активно корпуса общежития в Гомельском государственном медицинском университете.